Это заведение смело можно назвать 3D-рестораном в полном смысле этого слова. В нем все, начиная с мебели и посуды и заканчивая едой, напечатано на 3D-принтере. Открылся он в фешенебельном районе Лондона Шордич, пока только временно. Как говорят его владельцы, этот ресторан первый в своем роде в мире. Стулья, на которых мы сидим, этот стол, нож, вилка, ложка, чашки, тарелки и даже еда – многочисленные блюда уровня ресторанов со звездами Мишлен. Все волшебным образом появляется вживую из принтеров. Владельцы заведения говорят, за 7 первых минут с начала онлайн-бронирования столиков все места были заказаны на 3 дня вперед. Одновременно ресторан может принимать только 10 гостей. Предлагают пока стандартное дегустационное меню из 9 блюд. Каждое спроектировано на компьютере. Стоимость ужина – $330 США. Этот десерт называется «Лондон после 8». Он включает буквы, напечатанные с использованием пюре из маракуйи. Украшен шоколадом, мятой и взбитыми сливками. Команда поваров не совсем обычная. Помимо шефа, она также включает дизайнера и инженера. Мы берем продукты и размельчаем их в блендере или даже руками. Потом помещаем в эти картриджи. Принтеры делают рисунок очень точно, так же, как когда выдавливаешь крем на торт, чтобы его украсить. Большинство блюд подаются охлажденными. Многие включают специальный компонент, приготовленный из морских водорослей. Он помогает блюду сохранять форму. Какова же эта еда на вкус? Посетитель Педро Лагес пробует блюдо под названием «Цветок жизни». Оно включает соус гуакамоле и томаты. Смотришь на 3D-печать и думаешь, это подделка, что-то ненастоящее. Но на вкус эта еда очень приятная. На вкус она как настоящий гуакамоле и настоящие томаты. Все эти сочетания не кажутся неестественными. В ближайшие месяцы ресторан в полном составе собирается совершить мировое турне. Он посетит такие города, как Берлин, Дубай, Сеул, Рим, Нью-Йорк и Лас-Вегас. Его основатели надеются, что в скором времени откроют стационарное заведение. Осталось только определиться, где.